Здравствуйте, друзья. Мы с Наташей зашли в новый магазин «Планета Одежда». Наташа говорит, и обувь. Ну, конечно, все это напоминает просто огромный такой рынок под крышей. Открылся магазин когда? Или вы не работник? А, 2-3 месяца назад? Ничего себе, а почему про него ничего не известно? Мы даже не знали. Вот, оказывается, магазин открылся 2-3 месяца назад, и вот... адрес какой его? Анапское шоссе 25. По длинному фронту. Стеллажей с башмаками. Альбатрос движется. Да, много обувки. А здесь всякие сумки. Вот такой вот огромный магазин. А на втором этаже располагается одежда, но у нас в планах с Наташей сегодня нет ходить по магазинам одежды и обуви. Поэтому зашли, просто посмотрели, как устроен новый магазин.